Местные инициативы – по-настоящему народный проект. Ажиотаж этого года – почти 300 заявок со всей области, кульминация доверия граждан. Новая спортивная или игровая площадка, обустройство парков и прилегающей территории, прокладка асфальтовых дорог. В этом улучшении своего микрорайона каждый может поучаствовать сам. Например, собрать складчину 10% стоимости. За каждым проектом – это судьбы людей. Это ваш энтузиазм, энтузиазм активистов. И, конечно же, поддержка власти, так как мы можем это делать совместными усилиями с администрацией города Рязани, и, конечно же, с правительством Рязанской области в лице его губернатора. Поселок Никуличи в конкурсе фигурирует уже не первый год. При софинансировании властей здесь уже возродили местную достопримечательность – колодец Авеля. Обустроили дорогу в школу, настало время облагородить главную улицу поселка – третий нефтезаводский проезд. Для нас важно вообще все дороги. Почему? Потому что в поселок отказываются ехать даже скорой помощи. Поэтому для нас это самое важное – дороги в первую очередь. Мы отказываемся от всех других проектов, а вот только дороги делаем. У каждого из тех, кто набрал высшие оценочные балл, а таких проектов в городе 29, своя идея улучшения жизни. Кто-то намерен обустроить парк имени Попова, кто-то создать в Рязани специальную площадку для паркура и воркаута в ЦКПО. Власти помогут всем. В бюджете на это деньги есть. 177 миллионов рублей. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».